Соглашение о взаимодействии в сфере развития футбола подписали 10 августа в Москве между Российским футбольным союзом, Министерством спорта Российской Федерации, правительством Ростовской области и Федерацией футбола региона, сообщает сайт Donland. Свою подпись под документом поставил губернатор Василий Голубев. Это поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола на Дону, распределить сферы ответственности между РФС, Минспортом России, региональными властями и Федерацией футбола. Василий Голубев выразил уверенность, что соглашение позволит создать дополнительные условия для дальнейшего развития футбола в Ростовской области. Напомню, сейчас подготовку спортивного резерва на Дону ведут 77 отделений футбола. На базе ФК Ростов созданы региональный центр РФС, детский футбольный центр и футбольная академия высшей категории.